Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное! Ребятки, слушаем трек! Походу зеленый на вид, Москва, Челяба, Ильф, Рашид, залипли на джинники, едем на джипе, фляга брыжет, после шизим, водка, лайм, папиры забились, не после семи, трусики цвета крови, бархатной пыли, мокрые, бросит их лыжный, брони металлом. Ну что, ребят, скажу, вот еще раз повторюсь, друзья, голос идеальный. Очень красивый темп, ребят, музыка такая немножко, такая напряженная, да, ребят? Ребят, текст пошел устрашающий. В их стиле, ребят. Рыжик, называй меня мистер Терифик. Сгоняем на лето в кизил, походу желудок фонит. Надо сделать УЗИ. Пассивки, подстилки, дырку бурили, в масти свилбили. Хуй как раскаленный камин. Залупа и бит в России. Сейчас хиппи, качки, нарки, причист. Ну что, ребятки, немножко упоминают мужские достоинства, горит, как свеча говорит, ну, жарко, как в бане. Может, сугроб засунуть. Наверное, какие проблемы, наверное, я так думаю, ребят. Сугроба нет, снега, чтобы засунуть, да, чтобы вас остудить, ребят. Ноги в болячках, правые тачики, солями банчат, ловят молчат, мечтает пачки печатать, порваны ёбла печатки, бледным бичам, салам сынкам, будет всем, кто на фарме прилип. Я на фарму прилип, на мафан, как на бумагу, кавка, Настюша, все как. Ну что, ребятки, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. На нафтик и филы, посуда куплена финами, бьется об голову, не принимаю уколы за бомбу, по жизни на шее знаки и цифры. В уме число, сколько снюхал я шифера и всех побросал. Ни раз не жалел, что на рэпе вас ссал, хамил, чтоб смуглянки костяя ворон входили в астрал. Субару брать не стал, зубами стучу, как ни странно, вхожу в рост Степана для стада, сломал свои спады, новый хочу. Ребят, зубами стучу, говорит, нервничает, наверное. Но вообще, ребят, я скажу вам, что текст молодежный. Молодежный, ребят, но немножко устрашающий, ребят, устрашающий. Я буду чувства, я долгий, как чувство, фруктовый с водкой. Ценитель кидят набытые органы, на клики какого-то всех доебусь. Взгляд падет кассирши на бусы, да похуй там пусто, в душе змеи искусством стали. Ведь пласибо мью вспоминаю, как Сталина, и мы из усадьбы в Офис записали. Лучше сами представьте, как встали мы. Вот это башка, брат, ебала рот, как калашников. Дала чесать из ЗФО, Алексей Горбаш. По телосложению жиробас, лакост, винтажная рубашка. Атлетика, это фиты по рубасу. Ему 16, он синтон хуярит по фасе. Вываливай, братка, по сути, по фасту. Башка утопил, шоколадная паста. И за западом на пару годков, как обычно, опаздывает. И циркулон в 2016 говорит и показывает. Открой сети со спортом магаз. В 90-х бабос конфисковали КамАЗами. Вы обижаетесь, а прежнему хуй не подлизывали. Мастер спорта полезки, у них цели корыстные. Ходить на работу бессмысленно, болтать в курилке с крысами. Немножечко кислый лайф играл ими красками. Нахуй читать одному гофтировку. Ребят, вы знаете, конечно, текст такой трешовый, ребят. Ну, трешовый текст, ребят. Но все равно, ребят, да? Ну вот интересно почему-то слушать, ребят. Вот интересно слушать. Вот какие мысли у этих ребят? А? Все равно и как-то вот... Ну это же есть, вот по идее-то. Это есть. Они поют о том, что есть. И становится страшно, ребят, что такое есть. Растаскивал. Я не писал ни разу текста, в май просто базарил, кстати. Паузы некий срезал пиздатенько. Тяжелый будни в трикотажной штанишке. Своя хата просто гашена спичками. Салам на... Ребят, ну голоса у них классные, конечно, красивые. Тембры такие классные. Россия, республика, сортир. Мари Герцен, проходи меня на
апельсин и так далее. Успевал хуй попёртого, я вынимал сам себе режиссер, скрытая камера. Борцы кидают за мэри на свайне, мечтают о бумере. Я еду пешим, так значит на ходу. Вторую неделю ебашит, как чертика, шапочка Кархард, мастика в отёке. Пацы бросят пищ на капу, делаю все чрезвычайно плавно и резко. На прошлой дискотеке мерзкая ночь, принес 200, продал айфон, оплатил универ. Тесто, я буду с ней невестою. Я буду невестой, вместо её. А вот ты мне повесил розовый крестик, бля. Ты почему я крестик? Где мой, сука? И я уеду с Мерседес-Бенц, подъехал к подъезду. А назад, чтобы в пиза взорвалась. И нашмаляю сокав, то Штайнер из окна. Рваные штаники, магазины, метро Бауманская. Заметчики, бала, тибала. Слышу, мне больше, 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 не мало. Ну что, ребят, собрались на большом автобусе, вся братва, поехали, куда поехали, может, на разборку, ребят, не знаю. Ты прекрасный, шапастый, гопарик, крутый гапы, а шампитер, это сухар. Лихопаться, посадить на очко или на нож. Доебаться до хипстачей или хачей, а хули. Я тоже пидор из твиттера, сейчас кассет в руке. Ноздри в муке, а легенд, я на гелике белом. Где-то там где-то играет ты сам, а бедаун. Хэнковый стал, и там тянет мартини из трубочки. Рядом продал, натянут кальян, цвета твердый. Да я как бомб, вдыхал в Мексика. Бомга, зеленская конга. Гэнг-бэнг-гэнгстер на хате, инстаграм, фото. Откройте форточку, я типа за краем Нью-Йорка. Еду в Лефортово, е-йо. О-о-о, потом в казино Манхэттен. Очки Лейбор, часы Кассио. Сыпятся кассики, выносили кассы в 92-м. А хочешь в рот? У меня евро и доллары. У меня евро и доллары. Ребят, предлагает развратик. Говорит, заплачу или евро, или долларом, ребят. Развратик. Я чешу дорогу руками, тяжко дрочу в скафандре, но мне лежу в кратере, отдыхаю, но тут, кстати, тоже есть снег. Если ты понял, то по грошиками. В 15 лет был ехать в школу, когда штукель был в пенале. Швейцар открывает калитку, разложу пинты, товар у него не бывает галимый, лютый не бритый. С ножом я гонку, дождался приход, ложится мусор на пол ровно, тянет мусочки, бегает челюсть. Под клюв я дал чистым для Лёши. У неё сын дома, младший Лёша. Любит по вечерам быстрый на ночь бошки. На четвереньких ползут трошки. Кожа на кости. Эй, сестра, дай погонять свой локост. Я закатился, на закате с тобой сосались. Высасываешь шем из конца, корса изнимается. Это поворот не туда два. Эй, возьми серванта бабки. На Мерсе поменял патрубки. На руле вместо пальцев обрубки. А помнишь, гоняли на дутый в Тунисово? На скорую руку нанюхался вкусно. Шел на улице снег. Это было один раз по весне. На маяке в Митрейке. На отходнике на плоту по реке. Мода нике не понята. Поника во внутреннем кармане пилота. Все подходит тебе, как разъем для айпода. На писюне на лед, как лед во дворе на коробке. На копчике у кино скобки и ворс. На столе водка и ворс. Ребят, ну что скажу, да? Ребят, что скажу про трек? Конечно, очень такой текст страшноватый, ребятки, страшный текст. Исполнители шикарно поют, да? Классно читают, спокойно, тембры красивые, музыка такая... Такая тревожная, ребят. Ну и сам текст тревожный, ребятки. Это вот именно вот... это есть такое, но страшное. Это не везде, ребятки, это... У людей вот таких, вот как сказать, каких это людей? Неблагополучных, да, семьи. Да, ребятки, я так думаю. Именно... Или районы даже. Да, неблагополучные. Целые районы, да, кварталы. Ребят. Жалко. Тяжелый трек, ребятки. Ну, что сделать? Есть такое в жизни. Вообще, мне эта группа очень нравится, ребятки. Я послушала, просто послушала. Ну что, мои хорошенькие, пока, друзья.